О, понятно. Скибиди-зомби. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и это «Растения против зомби. Смешные анимации» с канала Супер Чиги. Ставьте лайки, поехали! Так, у нас тут как раз какая-то посылка пришла, да, Горохострел такой и сидит и думает, только бы там не было вот этого говна, который любит жрать мозги, да? Ну, я согласен, в принципе, да? Ой. Не, слушай, мы так что-то много домов не защитим, дружище. Это что такое вообще? Во! Во! Вот уже получше немного, да? Да, блин, сейчас же по-любому окажется, что там это гадость, да? О, страшно стало. Понимаю. Мне тоже было бы не по себе. Что такое? Что такое? Так. Вспоминает молодость или что? Или ждет? Это просто жизнь. Жизнь горохострела, да, такая? Опа. Слушайте, классно это нарисовано, да? Жизнь ГМО. Ага. Смотрите. Ничего себе, вот этот крутой. Качается. Ну что, теперь он стал сильнее, да. И он готов. Это, оказывается, тренировка такая. Это не посылка, это для него тренировка, чтобы он по зомбям стрелял. Я понял. Я думал, это посылка. Думал, сейчас кто-то вылезет оттуда. Зомбяк какой-нибудь. Перебор, да? Надо качаться в обратную сторону. Становиться более хиленьким. А тут как-то шиши. Да-да-да-да-да. Вот это правильно. О, смотрите. Марио стайл. Так, окей, здравствуйте. Здравствуйте, вы, я так понимаю, идете нападать и жрать мозги. Идете вы, как всегда, к безумному Дэйву. Да нет у него мозгов, да запомните его уже, ну. А, мозги или жизнь, да? Типа, конфеты или жизнь, да, типа. Это не то, что он хотел, наверное. Мозговые чашечки. Давай, улыбнись. Молодец, молодец, да. Я знал, что тебе понравится. Смотрите, тусит подсолнух. Подсолнуху хорошо, весело. Отдыхает пацанчик. Все отдыхают. Ну что, ну нормально, в принципе, подружились. Вот так бы всегда, ребят. А то все время вам что-то это, сражаетесь. Вот подружились, это хорошо, это молодцы. Так, идем дальше. О, понятно. Скибиди-зомби, здравствуйте. Не то говоришь. Ты должен сказать скибиди брейнс там или что-нибудь в этом роде. Перчик! Здорово, Перчик! Ага. Какой-то зомби недобросовестный. Даже до мозгов не добрался, уснул. Все уснули. И зомби уснули, и эти уснули вообще. Так. Это у кого стырил, а? Говнюк. Признавайся. Признавайся. Зомбическая твоя морда. У кого стырил? Какой мечтательный зомби. Ага. Ну слушай, ну он там вообще, он уже там это... Во что там, в Last of Us небось играет? Против своих же, или во что, я не знаю. Какие игры? Так. Ага. Ну понятно. В общем, надо взрываться, Перчик. Я думаю, пора. Самое оно. Когда, как не сейчас. Слушайте, ну какая зараза, ну специально же все это делает, ну. Ну морда твоя зомбическая, а, ну по-любому. Что такое? А где он? Сзади что ли сейчас будет? Сейчас сзади появится по-любому морда наглая. Давай. Вылезет. Смузи. Ага. А смузи-то и не пострадали, причем. Что это такое? Это ретро-стайл у нас? То же самое, но в ретро-стайле, да? Ну, прикольно смотрится, прикольно. Орешек, здорово. Ну ты вроде бы взрываться не будешь, тебя никто раздражать не будет. А хотя будет. Будет, наверное. Так. Брейнс. Ага. Ага. Ну давай уже, врезайся в него, что ли. Нам пацаны одобряют, говорят. Давай же, вперед, вылетай по полной. Давай, бах. Боже, как долго. Боже, как долго, он же с другого конца города идет, что ли, я не понимаю. Да мозги, брейнс, все поняли. Так. Ага. И чё, нам это эпичное столкновение не покажут? Что такое? Да. Почему говорил мозги? Потому что орехи полезны для мозгов, понимаешь? Он тебя просто это сожрет, к сожалению, да. Так, ну что ж, 15 лет исполнилось нашему подсолнуху. 15 лет исполнилось, я так понимаю, это всей игре, наверное, 15 лет исполнилось.
замечательно. Короче, для горохострела лучше именинный тортик не ставить, да. Ну вот, я об этом и говорил, да. То сейчас взорвутся еще с тортиком тут эти. Ну вот, правильно сделал. Единственный, кто знает, что делать с тортами, да. Блин, вот этот экран перехода, конечно, веселенький. Да, нормально. О, здрасте. Ну, слушайте, я так скажу, такой вот маленькой армии двух придурков особо ничего не сделать в таких обстоятельствах. Давайте, ребят, вам подмога нужна, подкрепление. О, а вот и оно, да? Здорово. Хорошо общаются, мне нравится. Ага. Да не, ну слушайте, его столько сразу фигачит одновременно, уже бы давно погнулось бы это ведро, ну, серьезно. Вот и все, да? Об этом и речь. Вот и все, и гуляй, да. Никогда еще не видел, чтобы зомби бежали назад, кстати. Ну хотя, может, и видел, если они съедают гипногрипп, они потом бегут назад и едят своих зомби, это да. Ну, так в целом редко. Опа. Мамочка сейчас собственного сыночка раздавит ради того, чтобы тебя, заразу, такую... А, нет. Нормально она протиснулась. Слышь, мамочка такая. Протискиваться умеет. Угу. Анекдот ему расскажи, да? Что-то никак, да? Суровый. Суровый кабачок. Да-да-да-да, угу, конечно. Не сработает. Я уже вижу. Я вижу, что это не сработает. Да-да-да-да. Ему посрать абсолютно. Он на своей волне негативной. Да. Даже зомби пытаются что-то с этим сделать. Вот сейчас ему будет весело, есть на кого наступить, да? Ого. Высоко подлетел. Ой, дружище, танцуй-ка ты в другом месте, наверное. Успеет хоть затормозить-то, нет? Чё за дела, подсолнух? Сделал доброе дело и радость. А он потом всех сожрет. Да. Надо было наступать, наверное, все-таки. Надо было. О, зомбос. Так, что ты придумал, дружище, давай. Продолжение следует. А вы кликайте сюда, здесь тоже видос по растениям против зомби, поэтому если данное видео вам зашло, то и тут зайдет. Переходите, не пожалеете. Всем счастливой удачи, пока. Увидимся вот тут.